Итак, всем привет, с вами Роман Стелс. И это очередной эпизод наших ездений в Кармагеддоне 1. Пробуем все машины, пробуем все трассы. И в этот раз у нас, естественно, Lead Pumper. В прошлый раз был желтый ястреб с водителем Дайэнной. И, в общем-то, сейчас агент апельсин или агент оранжевый. Выбираем автомобильчик. И идем в очередной раз в запчасти. Почему? Потому что опять мы всех убиваем очень-очень быстро. Так сказать, пушка третьего левела, ударная, она оказалась сверхмощной. Поэтому, я думаю, возьмем в этот раз второго левела. Берем. Чтобы был хоть какой-то челлендж в схватках с другими автомобилями. А то мы их бьем, они умирают вообще после с одного удара. Но это несерьезно. Итак, выбираем трассу. Конечно же, вот если это где-то будет в самом конце, мы уже там возьмем покруче штучки, потому что, как говорится, там уже будут ребята посерьезней. И со слабой прокачкой нам там просто нахреначат, накостыляют как следует. Итак, Fridge Racer. Зимой прекрасно. У нас сейчас осень, правда, но зимние, так сказать, зима не за горами, к сожалению. Ладно. Стартуем. Ну, естественно, смотрим, кто у нас в противничках. О, так, японские машинки. Вот эта вот развалюха, Ferrari 666, которая была и в прошлый раз. Ну и парочка, скажем так, не знаю, может быть, это и самодел, может быть, нет. Может быть, какая-то, вот, например, 69-й номер мне очень нравится. Интересно, кто там водитель. Может быть, это какая-то... Ну, сверху можно определить, что это, возможно, какая-то немецкая классика. Не знаю. Посмотрим. О, господи. Какой вид-то у нас. Тут у нас длинный. Длинный ху. Ну, вообще-то, чего так? Бэм. Ничего. Но все равно опять, видите, вот врезали Феррари, она там сразу на минуту жизни отобрали. Сейчас вот и пошки еще засандалим. Ну хотя бы не это самое, не с одного удара убивается, это уже огромный плюс, на мой взгляд. Ну ладно, будем пробовать машину. Звук приятный. Ух ты, из полета вообще классно засветили. Как раз таки в эту... Как я... Кстати, прикольно мы вырулили сейчас. Управление у тачки прекрасное, на самом деле. Кто бы что ни говорил. А управление ничего. Может, в поворотах, конечно, может быть немножечко... Это... Немножечко... Не очень. Но, ну-ка, с дрифтом. Бах! Вообще, вот просто слили сейчас народу. Хрень знает сколько. Это билец. На... БМ, на... Нифига себе! Вот этот пируэт. На колеса? Да, отлично. Потрясающая автомобильная акробатика. Я об этом бах в каждом выпуске говорю. Нет, кстати, вот теперь мы нормальную пушку взяли. Теперь хотя бы они не с одного удара все эти тачки убиваются. Тачки противников. Это я считаю огромный плюс. Бах! Ну ты точно должен был слиться, это нормально. И, в общем-то, едем далее. Ну, с поворотностью у него, конечно, проблемки, но вот по прямой он чешет такой достаточно хорошо. Он спокойненький. Бах! Нифига, вы видели? Вы видели, что это произошло? Мы... Да, я не могу это описать. Это вот такие вещи только в Кармагеддоне бывают. Посмотрите, какая свалка из автомобилей происходит. Ну ладно, так. Вот это поехал, 69-й. Я прям, мне прям хочется узнать, кто же там за рулем. Думаю, как мы только дойдем до того, чтобы поездить на ней. Вот это будет интересно посмотреть, кто же действительно там водил. Интереса ради, не будем спешить. Так сказать, смотреть сразу, кто. Это интересно, надо себя как-то это... Японец. Кстати, что за японка? Не сидись, по-моему, какая-то. Ташита. По-моему, да, по-моему, это Митсубиси. Мицубиши. Но мы
так сказать, по старой памяти, по-школотовски называем Mitsubishi. До сих пор, да, есть такое, такое дело. Ну-ка, что у нас в кабине? Я вас умоляю, ну что это за мать твою? Не-не-не-не-не. Из кабины мы тебя смотреть не будем, раз это не оригинал, так сказать, то есть не то, что должно было быть. Мне было бы интересно из кабины вот в этой тачке поездить. Но, как вы видите... Как вы видите... Ах, ну-ка! Черт, не только не на минное поле. Не-не-не-не-не-не. Как вы видите, из кабины нам не показали ничего толкового. Может, потому что рядом с этой машиной была надпись «Чит». Потому что, когда ты проходишь все трассы, когда ты получаешь первый ранг, у тебя открываются абсолютно все автомобили, естественно, на всех трассах сразу можно поездить, сразу у тебя открываются вот эти вот, видите, примочки машинные, да, то есть самые мощные, где написано «Чит». Якобы это все читерские, так сказать, бам! Якобы это читерские примочки. То есть якобы их зачитили. То есть не путем прохождения игры взяли, а именно с читами. Но, может быть, так оно и есть, не знаю, в какой-то в оригинальной части. Но как в детстве, так и сейчас все машины открывались именно путем прохождения всех трасс. По крайней мере, мы в детстве, я до сих пор, честно вам скажу, читов не знаю. Если бы, кстати, знал, может быть, и ввел. И не заморачивался бы, не проходил всю игру, потому что цель-то поездить на всех машинах. А вот. Но читов я не знал, не узнавал, и, в общем-то, игру, в принципе, прошел по новой с удовольствием. Ладно, о чем вообще мы разговариваем? У нас тут нахрен резня должна происходить, а мы ездим по кругу, по трассе, и никого даже толком специально не убили. А это, я считаю, огромное упущение. Вот за мной, например, едет какой-то хрен, надо его взять и слить. Сейчас он сам в меня врежется, сам сольется. Ну-ка. Вот он летит, и мы сейчас... Бам! Чё, там кто-то вылез у меня сбоку практически. Это вообще не серьезно. Мотор, кстати, действительно у вот этого... лид-бампера в этой машине работает весьма так... Тихо, такой тихоня. Бах! Так, кто-то 69-й, это 69-й, да, 69-й, что за машина? Надо посмотреть. Черт, я застрял! Ну давай же! Ну-ка. Черт, а, я еще в масло в него въехал, хрен вылезем сейчас. Давай, козёл! Ну давай, ну ты че тут совсем встрял? О, все, конец. Коровушка. Что корова делает зимой вообще на улице? Я не могу. Я, честно говоря, с, так сказать, сельским хозяйством знаком достаточно плохо. Ну как, по крайней мере, зимним. Поэтому понятия не имею, как коров зимой содержат. Выводит их вообще на улицу, не выводит. Но, как нам показывает Кармагеддон, значит, такое может быть. Хотя, может, она тут сбежала откуда-нибудь. Это бред, как корова может откуда-то сбежать. Это странно. Ну вот и все. Вот так вот. Конец. Mitsubishi мы зафигачили. Mitsubishi, ладно, короче, будем называть ее Toshiba, проще говоря. И что можешь сказать про поводу? Это кошмар. С моим языком, с дикцией что-то не в порядке. Про поводу машины, что можно сказать. Лид-пампер, прикольная машина. Поворачивает сложновато, конечно, но в целом едет хорошо, достаточно быстро, мощненькая такая, крепенькая. В общем-то, поездить на ней весьма интересно и забавно. Вот так вот. Что ж, кто же у нас следующий-то? Следующий кто у нас? Листаем вниз и... Милиционер! Да не улядь, да ну нет, ну вы что, ну это неинтересно. Ну, понятно, он крутой, мощный, его хрен кто убьет. Коп хренов. Ладно. Какого черта? Раз цель проездить на всех машинах, значит, поедем на всех машинах. Но это уже будет, по крайней мере, езда на этом полицейском автомобиле будет уже в следующем эпизоде. Так что, естественно, увидимся там.